Комиссар Омского областного студенческого отряда Дмитрий Дубровский в рамках регионального онлайн-форума «Создавай» представил проект «Медиа-среда Труд.Крут.ТВ» и получил грант на его реализацию. Проект было проблематично защитить, но в том плане, что огромное количество инициатив у омской молодежи, то есть интересные проекты действительно, и конкурировать на фоне них очень сложно, ну, а тем самым ценнее победа. Занятия в рамках проекта были организованы в декабре. Ребята на протяжении нескольких занятий, чуть более 10 мы проводим, обучаются различным графическим редакторам, видеоредакторам, для того, чтобы могли создавать свой медиа-контент, потому что сейчас все, что не в сети, то по сути и не было, того по сути и не было. И ребята обучаются этому навыку и впоследствии уже смогут как-то более расширять свой кругозор в этом плане, тем самым создавать свой, ну, уникальный видеоконтент для, может быть, своих организаций, да, в которых они участвуют. Один из мастер-классов был посвящен монтажу видео при помощи приложений на смартфонах. Изучаем 4 основные приложения, которыми можно пользоваться на телефоне. Это InShot, это VideoLip, Prequel и CapCut. Приложение, где можно нарезать видео, обрезать, склеивать, добавлять эффекты, обрабатывать, фильтры накладывать и так далее, чтобы сделать классные трендовые видео. Очень нравится, потому что я, в принципе, сама очень люблю вести все соцсети, смотреть эти видосики, и не всегда понятно, как люди это делают, как они это монтируют. Всегда было очень интересно об этом узнать побольше, чтобы, может быть, у самой получилось что-то сделать очень классное. И вот благодаря Алине, благодаря этим курсам это становится понятнее, прозрачнее, и ты уже сам можешь попробовать это все сделать.